Из книги «Открытым оком», том 3. Тема «Богослужение», вопрос 943. Если Библия – это письмо Христово, которое мы читаем на земле и стараемся исполнять, то в псалмах Давида говорится, чтобы славили Господа пением, стройно, с восклицанием и играли на струнном органе, то есть инструментов. Где это у вас? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот я стою перед вами, развел руки в стороны, смотрю по сторонам и в удивлении спрашиваю, где это у нас? Нет этого у нас, не было этого у нас и, похоже, никогда не будет у нас. Почему? Да потому что мы толстокожие и упрямые. Мы лучше железные шарики заложим в основание кадила и будем греметь этими кандалами на весь храм. Я всегда представляю себе экзотическую картину, что вдруг произошло бы чудо, и мы поверили бы в то, что читаем в Псалтире, поверили Давиду, поверили, что с Богом это не запрещено. Что дальше? Приходится признать, что католики правее нас. Да разве наши архиереюшки согласятся с этим? Упрямство и упорство церковников никто еще не измерял ни на одном приборе. Но хоть чуть-чуть пробудите свое воображение на малепусенький грамм, на один микрон, что к нам сегодня в гости пришел апостол Павел и привел с собой ревностных последователей учеников. Хотя бы человек 500, которым явился Господь, которые до ныне живы, сказали бы православным, в кавычках, церковной полноте, что богослужение у нас действительно совершенно неправильное, а у баптистов правильное. 1 Коринфян 15:6. Потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне живых, а некоторые почили, не побили бы его камнями, а одежды побивающих не стерег бы сам патриарх. Я говорю только о внешней стороне богослужения, о минимальном упоре на проповедь, которой нужно отдать не менее 90% от времени, отведенного на богослужение.